6. Самый русский пистолет. Это слабенький патрончик. Давай. Итак, главпатрон. Наверное, в нижний. Или верхний. Хрен узнает, короче, как он стреляет. Патрончики. Так, 50 метров. Сайга ТГ-2 03 исполнения. Сейчас мы ее сравним со стандартной сайгой ТГ-2. Есть ли вообще какая-то разница в точности? Патроны будем использовать те же самые. FMG-2, B-Metal. Ну, стреляли мы ночью. Ни хрена не видно, но тем не менее разница в кучности я не вижу никакой. Слушай, нашел. Покажи. Нашел пулю, вот смотри.